поселке Афипском прошло торжественное вручение школьного автобуса детской школе искусств. Приобретение нового транспортного средства стало возможным благодаря реализации госпрограммы Краснодарского края развития культуры. Самая главная задача ваша – это учиться и творить, чтобы вы были самые лучшие. Вы и так самые лучшие, но нет предела поэтому совершенству. Я хочу всех вас поздравить с этим замечательным приобретением. Это ваш автобус в вашей школе. Пожелать вам всем крепкого здоровья, дорогие наши дети, всему коллективу. Теперь наши мероприятия будут еще более интересными, яркими. Конкурсные достижения будут еще более значимыми и высокими. Ну а организованные перевозки наших деток еще более современными, комфортными и безопасными. Спасибо вам большое от лица всего коллектива и воспитанников нашей школы. Новое комфортабельное транспортное средство оборудовано всем необходимым и соответствует современным стандартам безопасности. Вместе с учащимися школы искусств Адам Джарим осмотрел новый автобус. Теперь ученикам школы искусств станет намного удобнее посещать различные мероприятия и конкурсы.